выхожу в разных позициях. Для муай-тай в перчатках, для ММА и для улицы. То есть, ну, в разных вариациях, как бы одна и та же комбинация, смотря для твоих целей. Пока мой напарник одевается, я хочу тебе настоятельно порекомендовать использовать шлем для любой парной работы. И комбинации, и спарринги, и все остальное. Не будь обезбашенным новичком, который получает лишние ненужные удары в голову. Это не такая дорогая вещь, как может показаться. Мне мой шлем обошелся $30. Я его заказывал на AliExpress. Но дело это не напрямую, а через сервис с кэшбэком Кашалот, который позволил мне сэкономить 7% от стоимости. А это, между прочим, более $2. Таким образом, заказывая всю экипировку, можно сэкономить до $50. Не трать лишнего в интернете. А как это сделать, я тебе сейчас быстренько расскажу. Пользуйся кэшбэк-сервисом Кашалот, как это делаю я. Кашалот отдаст тебе обратно часть денег, потраченных в интернете на покупки. Практика по возврату денег прижилась за рубежом уже давно. А вот у нас только сейчас люди понимают, как экономить свои деньги. Так вот, чтобы экономить свои деньги, тебе нужно пройти простую регистрацию через электронную почту или соцсети ВКонтакте, Facebook, как это сделал я. Далее ты выбираешь интернет-магазин, а здесь их более 600, который тебе нужен, и совершаешь там покупку, как обычно. Главное, убедись, что твой кэшбэк активирован, чтобы сервис понимал, откуда ты пришел. Я бы еще рекомендовал тебе установить приложение для браузера. С ним ты точно не забудешь про свой кэшбэк, и он вырастет на 10%. Весь кэшбэк накапливается на твоем внутреннем счете Кашалот. После достижения определенной суммы ты можешь его вывести любым удобным способом. WebMoney, Kiwi, банковская карта, Яндекс.Деньги. В общем, надеюсь, тебе пригодился мой опыт, и ты теперь знаешь, как сэкономить свои деньги на покупках в интернете. Ссылка на Кашалот в описании под видео. Итак, первая жесткая комбинация у нас, я ее покажу именно для тайского бокса. В чем она заключается? Начинаем мы его с левого прямого. После левого прямого, такого притравочного, обычно противник закрывается. Он или закроется, или будет разрывать дистанцию, скажем так, на полшага назад. Обычно, очень часто в тайском боксе используется длинная защита. То есть противники, когда прямой принимают, начинают выставлять руки или отвечать встречным джебом. В чем суть самой комбинации? Я пробиваю левый прямой, правой ручкой сбиваю руку. Или сбиваю длинную защиту, или, если он стоит в глухой защите, сбиваю ему эту руку с глухой защиты. И сразу правым локтем добавляю локоть в голову. Это очень жестко будет, очень так тяжело, скажем так, для противника. Любое попадание в челюсть, висок, глаз, будет жесткая осечка сразу. Сюда добавляю, и отсюда я уже двумя руками делаю накладочку на голову, стараюсь его заклинчевать и добавляю колено. Добавляю одно колено в корпус и могу добавить сразу второе в голову. Ну, могу не добавлять, как бы, все по противнику, дальше уже можно работать. То есть суть этой комбинации, жестко зайти в плотную атаку и уже в клинче разбивать колени локти. Очень хорошо, когда вы работаете в ринге, да, для соревнования эта комбинация, так как противника можно левой рукой просто загнать канатом и уже с этой позиции жестко локоть вставлять, ну, у него просто не будет выхода, как отойти назад или разорвать дистанцию. То есть, например, он закрывается, обычно закрывается, я его туда забиваю, так сказать, затыкаю, когда он начинает или выставлять длинную защиту, чтобы держать меня на руке, очень часто это делают ребята, особенно тайцы, просто выставляют руку и держат. То есть я эту ручку сбиваю и на левой ножке сразу делаю выпад с локтем. Очень жестко и быстро получается. Я его прикормил, только он выставляет, я сбиваю, сразу хожу с локтем. И отсюда добавляю колено. Колено я могу добавлять любое. Если он остается ровно, я добавлю правое, так как оно заряжено. Если он после локтя развернется боком, я возьму голову под контроль и с разножки добавлю левое колено в голову. Все получается очень динамично, и дальше уже пойдет доработка такая, как нужно. Еще раз, если противник такой жесткий, да, как в К1 часто бывает, такой как Аскеров стоит, там Росмалов, они очень жестко закрываются и стараются принять все удары. То есть он принимает и левый, и он стоит жестко, сунет на меня в такой защите. Да, пробить такую защиту, ну, практически нереально, если плотно стоит боец такой, плотный, хороший. Мы делаем все то же самое, только сбиваем уже именно ему перчатку, которая прикрывает. То есть я,
оттуда просто правой рукой силой снимаю защиту. И сразу добавляю уже локоть в открытую голову. И дальше все по схеме. Колено. Если не поплыл, добавляю локоть. Еще 2, 3, 4 и дальше сыпем удары. Но суть вот в этой трехходовочке, скажем так. Левый прямой, сбить защиту сразу на выпаде. Обязательно делать выпад. То есть, когда мы пробиваем левый прямой, дистанция достаточно хорошая. И отсюда сразу сбиваем и с выпадом входим с локтем. И отсюда добавляем уже колено. Это именно комбинация для тайского бокса. Как эту комбинацию сделать сейчас под ММА, скажем так, или под улицу? Ну, здесь практически чуть-чуть небольшие отличия. Итак, это же комбинация для ММА. Нет перчаток. В ММА очень редко закрываются противники. Да, в основном стараются держать дистанцию для того, чтобы не получить жесткими беспалыми перчатками. Поэтому отсюда тоже этот вариант хорош, так как, конечно, да, бойцы ММА используют муай-тай для подготовки ударной техники, но мало кто умеет защищаться от локтей и коленей, очень мало. В основном работают просто руки и ноги. Отсюда мы делаем то же самое, как бы пробиваем прямой, и очень часто, опять-таки, в ММА, о чем я говорил, есть тайская защита, да, лонгард, который используют именно тайцы. А в ММА очень часто просто выставляют левую руку. Сейчас запретили тыкать пальцами, а раньше просто пальцами старались тыкнуть в глаза. Сейчас стараются делать ладошкой, придерживать это все. Вот из этой позиции он держит дистанцию, когда я бью левый прямой, он разрывает дистанцию. То есть он будет разрывать, он не будет давать. Рука стоит все время у него, он не будет давать, не доставать. Он будет разрывать, назад отходить. И отсюда я могу сбить эту руку точно так же, как мы делали. То есть я бросаю, он выставляет, я ее сбиваю правой рукой и сразу на прыжке, на подскоке, на выпаде сокращаю туда с локтем голову. Все, это мой момент. Но, если ты не борец, скажем так, да, больше предпочитаешь ударную технику, с этого положения надо брать жесткий клинч и оттягивать ноги, так как в ММА, все знают, сразу проходят в ноги, переводят в партер. Поэтому, то есть здесь ты уже под свои цели подстраиваешься. И опять, на длинной защите он оттягивается, развивает дистанцию, я сбиваю и на выпаде сокращаю сразу. Это движение у тебя должно быть на автомате. Раз, сбил и сразу добавил. И отсюда опять колено и оттянулся. Дальше уже, что тебе больше нравится. Или в партер перевести, или доработать локти колени. Для улицы. Третий вариант этой же серии. На улице, конечно, очень редко встретишь нормального спортика, назовем его так. Поэтому в основном, когда идет работа, особенно под стеной, когда стоит в стену, наклоняются, просто стараются закрыться, сделать вот это. И однозначно, когда ты будешь сближаться, будет уличный махач. То есть тебя постараются встретить какими-то размашистыми ударами с поджогом. То есть то же самое, левый прямой бьем, когда он начинает эти размашистые удары, мы отсюда или прикрываемся, или просто ныряем под рукой и добавляем опять-таки наш локоть. Мы можем сработать также и на опережение. То есть мы бросили, он закрылся и отсюда сразу пробили локоть. Или разорвали. Бросили, разорвали и сократили сразу локтем. Можно подударить. Здесь не важно. Здесь твой удар будет более эффективный, так как ты стоишь прикрытый, закрытый, и варианты для развития у тебя больше. То есть бросил, противник закрылся, встретил, сразу добавил и опять колено. То есть одна и та же серия, она работает чуть-чуть по-разному, но суть ее остается та же. И сейчас разберем следующую серию. Итак, следующая комбинация это фронт-кик, колено в прыжке с разножки и локоть сверху. Также очень жесткая, именно из муай-тай, из тайского бокса. Суть комбинации фронт-кика, мы отталкиваем противника назад. Он или останется, или в ринге уйдет на канат. Отсюда сразу в прыжке с разножки в голову стреляем колено. И отсюда, пока приземляем,
поднимаемся, уже мы с опорной ноги падаем, пробиваем локоть сверху. Четко в темечко. Или может по лицу, если противник, то есть с колена попадаешь, да, после разношения. Голова закинется наверх, и в голову уже получается, локоть пойдет в лицо. Или секущий, или четко ляжет в лицо. То есть для тайского бокса все очень четко и просто получается. Главное, как бы, акцентироваться на то, чтобы сработать эту комбинацию под канатами. Когда вот тут ситуация, когда я занял центр ринга, да, я отсюда могу бросить. Неважно, какой фронт-кик, или правый, или левый. Я бросаю его в канат, он не может потом отойти после моего колена. То есть я пробил, он ушел, я отсюда сразу могу уходить с колен. И уже сверху добавлять лоб. Да, если попаду коленом в голову, в челюсть снизу, будет нокаут. Очень часто так нокаут посылал Майкл в виде своих более высоких даже соперников. Но если он прикроется, да, грамотно защитится, то я могу доработать локтем сверху. Ну и дальше пойдет работа в клинче, конечно. Поэтому, еще раз, как бы, все очень просто. Фронт, колено и локоть сюда добавляем. Вот в таком режиме можно ее отрабатывать. Сейчас для улицы, как это все работает. Вариант для улицы. И ММА будут идентичные, скажем так, так как нету перчаток. И здесь чистое попадание в голову становится более вероятным. От колена я имею в виду, конечно. Так как возможности, да, закрыться, прикрыться нету. Как бы он ни выставлял руки, да, обычно просто закрываются, особенно от боковых, особенно на улице неподготовленные, просто обхватывают голову руками и стараются, главное, закрыть уши. Не знаю почему, но все хотят защитить уши. И между рук коленом всегда пролетит. Всегда, 100% пролезет. Здесь одна главная задача и опасность – не попасть на локти. Или будет просто больно. И опять-таки, что для ММА? Есть клетка. Если противника пробил просто на клетку, то же самое сразу с разножки туда можно вставлять. И дальше работать уже локтями. Не обязательно один локоть. Если ты видишь, что противник чуть-чуть поплыл после колена или растерялся, сразу туда локтями пошла работа на короткой дистанции. Сверху, сбоку, снизу, как угодно, под любыми углами. И еще раз. То же самое. Если на улице, соответственно, можно это какой-то к стене ты пробиваешь или ну, к какому-то... То есть там, к чему противник может прилипнуть, да, или не будет возможности убежать от твоего колена. Потому что, естественно, если он будет стоять на дистанции один, ты начнешь на него бежать, он тоже начнет бежать назад. Потому что обычно не знают, что там будет в башке, да, и начинают убегать. Поэтому тебе сначала надо ему к чему-то прибить. Да, то есть пробил, он упал, стена, клетка, неважно. И отсюда ты уже работаешь свое колено. И дальше входишь. В чем плюс этой комбинации для улицы? Сразу, когда ты будешь только бить колено, когда ты только покажешь первое колено, сразу руки уйдут на низ. Это 100%. От колена не умеет защищаться никто, практически никто. Ни в одном единоборстве. Поэтому сразу, когда видят колено, стараются сразу опустить руки и его встретить. Это супер возможность для шикарных режущих локтей. То есть пробил, бэм, ушел. Отсюда ты начинаешь колено, руки опустились, все, голова моя. Я сразу начинаю ее засыпать. 2-3 локтя вот так будет с головой, для того, чтобы противник просто ушел в никуда. Возможно, даже с серьезными сечками. Уверен, что тебе понравились эти комбинации. Обязательно отрабатывай их в защитной экипировке, чтобы не покалечить своего напарника раньше времени. Подписывайся на канал, ставь лайк. Оставь свои впечатления в комментариях под видео и до встречи в новых видеоуроках.